Остров Бали – это, наверное, одно из немногих мест на планете Земля, где так сильно сохранилось культурное наследие местного народа. В некоторых местах ремесленные мастерские находятся в каждом дворе. Просто ты едешь по улице, у тебя каждый двор – это выставочный стенд на улице, во дворе работает ремесленник, мастер. И это прям километры таких деревень. И у каждого свой стиль, свой подход, своя изюминка. При этом, что особенно меня порадовало, то, что выставочные стенды не закрываются на ночь. То есть люди уходят, а все поделки, изделия, скульптуры, большие и маленькие, они просто остаются на улице, так и лежат и ждут следующего дня. Никто и подумать не может, чтобы что-то украсть. Это здорово, такое доверие миру и человеку, здесь это очень классно проявлено. Ну, кстати сказать, столярное дело здесь не сильно на высоком технологическом уровне. По крайней мере, та мебель, которую мы увидели здесь в столярных мастерских или в тех же ресторанах, в гостиницах, она не является суперсложной в изготовлении. Вся изюминка и фишка этой мебели в дизайнерских каких-то приемах, в каких-то национальных элементах. И, как мне кажется, это заложено в культурный код местного населения. Эстетическая составляющая пронизывает абсолютно все сферы жизни местного населения, начиная от бытовых каких-то приборов и заканчивая религиозными и туристическими объектами. Кстати, на острове Бали сформировалось особо религиозное направление индуизма, который смешан с буддизмом, называется Агама Хинди Дхарма. И я думаю, что в том числе и эта особенность местного колорита влияет на то, как люди относятся к своему культурному наследию. Я искренне рекомендую всем, кто интересуется дизайном, кто интересуется эстетикой, обязательно при первой возможности посетить остров Бали и обязательно съездить на север острова, где находятся основные ремесленные деревни и такое ремесленное наследие.